звонит, неважно. Здравствуйте, посмотрите, какая замечательная у нас дама есть, Анжела из Киева. Да. Она медитирует уже 30 лет. Всей семьей. Всей семьей. Невероятное ощущение, когда находишься с ней рядом. Но самое главное, я хочу, чтобы вы услышали результат по сахарному диабету. Потому что это то, что чаще всего волнует людей у нас. И, Анжела, можете рассказать вообще, как в вашей жизни появился ПМ? Но многие же люди, кто медитирует, они считают, что не нужны никакие добавки. А вот как к вам пришел ПМ? Да, это правда. Наше семейство медитирует уже 30 лет. У нас и дети, и внуки, у меня индусские невестки. И мы действительно все вопросы, всю жизнь, то есть последний раз я была в роддоме у доктора. То есть все вопросы решались сахарш-методом, то есть через медитацию, через энергию, так как мы знаем, что все болезни – это последствия эмоциональных стрессов или травм. Но все-таки в какой-то момент меня очень хорошо простимулировала Вселенная, и от стресса, то есть у меня начался диабет второго типа, самый большой сахар, который я словила, это был -14, и я начала, в принципе, пошла к доктору и начала лечиться традиционными методами, но у них метод один – ничего не кушай, и таблетки, то есть они лечат точечно, вы, наверное, с этим сталкивались. Но я понимала через медитацию, что наш организм – это комплексная система, то есть это комплекс, и лечить что-то только одноточечное – это не оно. Так прошло 4 года, скажем так, в поисках. Я и сыроедила вместе со всем. Одним словом, мне ничего не помогало. И тут в какой-то момент моя подруга близкая сказала, что «Анжела, идем, вот есть такой продукт, у нее брат родной фармацевт, невестка фармацевт». Она сказала, что она все проверила, она работает в институте, идем. Я говорю, что ей нет, это сетевое. Какие биодобавки? То есть, одним словом, я как-то очень-очень к этому отнеслась, никак. И она знает ключевое слово. Она говорит, иди помедитируй. И когда я вошла в медитацию, то я почувствовала колоссальную, просто колоссальную энергию. Я побежала, не то, что пошла, я побежала. Сколько Марина Лавренюк выступала, я только медитировала, слушала энергетику от зорга, от продукта. Когда я попробовала продукт, вы знаете, что его эффект виден через 3 минуты, то это был эффект просто очень глубокой медитации. И от зорга опять-таки были такие энергии, как я уже раз 20 была в Индии, а как от святых мест. И я поняла, что это просто какое-то чудо. И, конечно же, я поняла, что это оно. Вибрации были от каждой баночки энергии. То есть энергетика была очень сильная. От диабета... диабет ушел за несколько месяцев. Это было так. 3-3-3-3-3. То есть он просто опускался. Диабет притянул на самом деле... То есть сначала был 14, когда вы начали. Потом стало 11, да? Потом стало 8 единиц глюкозы. И потом ушло на пятерочку к норме, туда уже. Да, то есть, но диабет потянул за собой очень много вообще болезней. То есть у меня и зрение упало, у меня и начались приливы, и опущение внутренних органов было. То есть, кто у кого-то такое счастье было, тот меня поймет. Но все просто ушло. Все приливы ушли от 3 ложек изофлавона. 3 ложки. Очки муж мне только купил, я на карантин попала в Индию, когда он начался. Муж мне купил очки, но я их даже не успела одеть, то есть, наверное, уже через полбаночки, одним словом, я делала сама маникюр, педикюр, без очков, вообще без ничего. То есть вы почувствовали сами, что зрение восстановилось? Да, оно не то, что я же не успела очки одеть, то есть оно просто восстановилось, я уже не могла читать, но не только читать, я маникюр делала. И уже сколько вы светлайн, получается? Второй год, зимой будет 2 года. Отлично. И уже с нами здесь в поездке, да? Да. Я вам желаю всего хорошего, чтобы большому количеству людей принесли эту информацию, как благую весь дом. И все действительно Божье благословение узнать сегодня о таком продукте, иметь возможность им пользоваться, и еще и нести эту культуру здорового питания. Здоровой жизни, здоровой энергии, да. PM Fitline – это просто реально энергетический продукт, сильный продукт, который дает нам силы для восстановления и жизни. Спасибо, Анжела. Благодарю.